Одинцовские депутаты от фракции «Единая Россия» продолжают проводить рейды по супермаркетам. Их главная цель – проверка наличия продовольственных товаров основной потребительской корзины и отслеживание ценовой политики. Контролеры посетили гипермаркеты в Звенигороде и поселке Горки-10. Отметили широкий ассортимент и отсутствие ажиотажного спроса. Однако были выявлены нарушения. На некоторых товарах отсутствовали ценники, а в молочном отделе обнаружили просроченные продукты. Информация направлена в профильное управление окружной администрации.